Начинается давление. У него началось давление. Я давление даю давление. Вам не торопиться. Еще будет легче. То есть он доходит до максимального давления. В этот момент я уже управляю этим процессом. Вот это прочитывается. Все самое главное не начало. Взялись, постояли, поддержали. Я даю вверх, его открываю, он еще что-то не открывает, у него не оторвался. Какие такие ощущения. Вот самое главное здесь прочувствовать это. Не делать не многократно, а двух-трех раз попробовать ощутить. Иди сюда. Он схватил крепко. Он знает, что это не понравилось. Я ему раз, а он крепко держит. Это поправка. Это поправка. Это он крепко держит, понимаешь? Потому что здесь... Объясняю, лучше включайте веру в себя, не то у вас ничего не пойдет. Потому что как бы, когда тебе будет хватать незнакомый человек, вот, одно дело, вы все знаете, как эта информация, как она работает. Поэтому не то, что вы друг другу подавайте, вы просто прочувствуйте это. Вот раз, неожиданный момент сделать. Именно отпускайте неожиданный момент. Он думает, что я сейчас отпущу, а я еще подержу. Понимаешь, а потом раз какой-то момент. Потому что мы уже не знаем, в какой момент я отпущу. И вот вы ловите уже друг друга на этом варианте. Схватился, раз, где-то, отсюда, хоп, пошел. Да еще с людям сделал движение. А он еще держит, ему поедет. Он бал, там же все понятно. Потому что если ты работаешь над движением в районе 2,5 минут, у тебя входит эта штука в подкорку, а не в мозг. То есть она уходит в подкорку, если работаешь не больше 2,5 минуты. Если больше 2,5 минуты, она начинает входить в мозг. Из мозга потом ее в боевой ситуации сложно достать. Поэтому любое упражнение нарабатывается не более 2,5 минуты. Чтобы она осталась на лобном доле. Почему на лобном доле? Когда вы ходите, вы представляете, вы думаете, что на лобном. А когда на тренировке записали там подкорку, оно уже будет идти, оно будет очень лихо в боевой ситуации. Вам из мозга очень сложно будет, как бы сказать, не доставать, потому что это время. К примеру, боксер нарабатывает большое количество ударов, с помощью большого огромного количества ударов, он достигает того, что у него летает автомат, то есть он окружает мозг, потом мозг выдает там, на подкорку уже результат пробивного удара и так далее, тому подобное. По 5 миллионов рублей сделано каждую группу ударов. Рука уже расслаблена, уже техника пошла, и в боевую ситуацию попал, у него рука выстрелила, и он попал. Уже даже на улице лучше получается, чем в ринге бокса, потому что там профессионал, а здесь все-таки разница потенциала есть. Боксер чем всегда хорош? Дистанция. Раз. Умение держать удар. И третье. Поставленный удар. Три. Если я вам просто еще подскажу, как за течение там, 2 недель поставить себе удар без перчаток, самую ногу руку ставится пробивной удар. В течение 2 недель, в течение месяца, в течение 2 недель, можно в течение 3 месяца или 90 дней будете заниматься специальными упражнениями, распишем это все дело, как ставится этот удар. Пробивной. То есть голову бить не надо, бьется вот сюда, в другое место бьется, человек, там все ломается. Просто-напросто. Падает с одного удара, попадая в эту часть. Если пьяного ударить, или наркомана, пьяного или наркомана, его когда бьешь, он уже до фонаря бьется. Вот. А когда ему ударишь в печень, пьяного особенно, он сразу обсирается. Все, такое, это неожиданно, кстати. Может, это все открывается, и туда лежит. Уже знает. Теперь попробуем. Теперь. Сейчас нужно. Можно. Имейте в виду, сейчас поработаем, если кажется, ноги. Будут ходить ноги, как ходят ноги, так думает голова. Ноги, когда не ходят, башка не думает. Поэтому сейчас самое главное, походим ногами. Просто сейчас по рубле. Вот он меня захватил. Ты стоишь, стоишь. Я стою в обычной стойке, потому что когда есть только такая вещь, он проявляет агрессию, а если я его агрессии не становлюсь, его же позицию как бы защиты, но его агрессивная стойка, я, это еще
еще один момент, зеркало, да. Если он встал в агрессивную стойку, я становлюсь в агрессивную стойку, я усиливаю его действия, я ослабляю свои. А вот при этом варианте, когда он меня схватил, он стоит в агрессивной стойке его фронта, в этот момент я его беру, он расслабляется. Вот эта мелкая запятая, которая практически применяется. То есть, когда человек идет с агрессивного человека, а другой его сразу растерживает, он такой, не знаю, что делать. Есть такие вещи. А потом ты просто берешь и пиздишь. Это потом вырежете. Обратите внимание, вот задача. Теперь сделаем такую вещь. Первое. Есть такое понятие надо. Сначала идут ноги. Будем обращаться к человеку. Смотри, что такое оперативное. Оперативное зрение 15 градусов. Когда я на него смотрю, я смотрю на него мозгом. Оперативное зрение, на оперативное зрение работает мозг. Мозг на мешает. А периферия, все, что я вижу, это то, что называется внутренним яшеством, чувством, интуицией. Все находится на периферии. Когда человек смотрит, во-первых, когда он хватает, человек хватает, он агрессивный, меня сразу подсаживается на ногу, подсаживается, и у меня наступает ступор. То есть коленка поднимается, у меня наступает ступор, тяжесть становится ниже. Естественно, у него преимущество. Поэтому, когда человек хватает и меня подсаживает, ноги закрепляются, моя задача, чтобы не нагадать. Освободить свое тело. То есть меня я подсел, меня подсадил. Но я думаю, что я ногами смещаюсь. Что здесь происходит? Он через периферию, через оперативное зрение, я ему разбиваю так. Правильно? То есть смысл такой, запомнил. Он становится в агрессивную стойку. Если вы просто начнете так вот с ноги на ногу переминаться, он не сможет в вас целиться, он попадает в стойку. Знаете почему? Потому что качающаяся фигура, моя фигура, качающая, его через глаза на его мужичок, сбивает ему нахер программу по полной стадии. Куда бить, называется. Он не может прицелиться. Это с одной стороны, а с другой стороны, вы уже завели механическую свою машинку. И когда у меня механическая машинка заведена, ты их хватаешь. И в этот момент он разбалансирован, у него мужичок раскачан, я не раскачал, мужичок уже заряжали. Он пошел хватать. И я пошел хватать. Я сейчас вам не буду объяснять эти рычаги, вы просто мне, блядь, забудете. Рычаг первого рода, рычаг второго рода, рычаг третьего рода, это как дед говорит, бери книжку и читай. Шестой класс на самом деле. Да. Значит, здесь на пальцах более тонкий. Опять физиология возвращается. Что такое мозжечек? Ты начинаешь кассету, ты завел машину. Ты что переминаешь? Что ты переминаешь? Я готовлю для тебя пиздюлей. Он вообще теряется. Очень вариант. Мы не знаем, что делать. Так вот, сейчас начнем просто создать. Пока не качаешь. Ваша задача просто спать и отработать один маленький нюанс. Я вам расскажу, что очень идет первый. Если я спустился, начинаю смещаться ногами. Через периферийное зрение, чем о нем ноги, периферийное зрение очень далек диапазон какой-то. Я начинаю смещаться. Вот так рыбался, переведение зрения, теперь его больше. Но мало, я когда смещаю ногами, я расключу всю свою массу, и я эту точку опоры просто-напросто выпустил. Видите, у него позвоночник чуть изменился. То есть я даже подсел, я раз сместился, видно, у меня позвоночник изменился. Но когда я попаду ногами, я еще скрываю движение вот этой руки. То есть есть вариант, когда вот пустое движение, и он видит, у меня может зарядиться эта руки как раз, если я начну делать вот это на месте пустое движение. Что движение проходимое по времени. А мне надо скрыть. Через что это он скрыт? Через движение своего тела, смотрите внимательно, раз, два,
Фактически на месте. И он, да, и он пришел в рынок. Вот эта природа, она должна быть понятна и невидима. А чтобы она была невидима, нужно понимать, как она работает. Как работает внутренний турист? Что я сделал? Я сделал, сейчас пока со статики будем работать, я делаю отсчет в сторону. Ну, видите, я действительно скрыл. Я руку покрыл, здесь у меня что-то попало. Я подготовил. Во-первых, у меня масса заведена, я скрутил его масло, у меня здесь удар, я ему снимаю прицел для дальнейшего. Руку, ну, берется, хватил, раз, раз, на берег, да, у меня уже пулемет. И я отсюда раз, ухожу, он уже не может бить. А почему он не может? Осторожно. Смотрите внимательно. Чуть-чуть переклонил его, позвоночник, у него мозжечок заключился его движение. Это все равно, что просто стоит. Человека вот так, я его уперся, все, я не могу ничего сделать. Это я вам скажу на оружие, когда пистолет тебе надо направить, а ты чуть-чуть сжал и подвесил. И вот этот палец, на крючке не работает, это тоже надо знать. Потому что включается вся двигательная функция. При том, что мужичок у вас гироскоп, его раз, он бам и стал. Пока не вернешь в позицию, когда он заработает, человека без пилота получается. Так вот, возвращаемся к нашим буракам. Мы ему расстреляли, он взял, поставил, пока не просто поставил. Здесь есть разные движения. То есть я взял и отошел с его таким удобным. Плюс я ему раз и таким его перекосил. Все, он не ударит. Он будет его позже, если он боится. Следующий, та же самая картинка. Когда я ухожу, здесь уже будет это чисто. И до свидания. То есть сейчас ваша задача просто вот сделать такую грань. Нет, как раз все ваша задача. Делайте три грани. Когда вы будете делать замедление, вы не будете тянуть, когда не будете чувствовать движение по рукам, значит делаете правильно. Когда вы чувствуете движение, значит делаете что-то недорабатывает. То есть начинаете включиться на себя. Первая задача. Смещается в сторону, одновременно тянет три движения в одну. Шаг под 45. Потяну в этот момент сначала шаг, потом тянешь руку. Вот это сейчас движение. Значит, сделаем. Давайте сделаем на каждую руку по 25. Не спешу, да? Берем. Чуваки, слышите, я подтяну переноску. Только вы аккуратно тут постарайтесь. Не пахать. Ты работаешь его. Вот свои массы, которые в сторону. Делай за сторону. Отлично. И почувствовал, что он кинул. И ты его пачкаешь. Динамик. Ты меня хватаешь. Раз, два, три, четыре.
Пытаюсь. Еще. Еще пытаюсь. Вот, пытаюсь. Я смотрю, еще раз. Раз, видно? Думаю, точно. Человек решил меня схватить за руку здесь. Я ему сбиваю программу, и он за моей рукой тянется. Позвоночник он уже искривил. Искривил. То есть я ему продолжу девать такой решение. Вот. Да, вот. Вот, это. И смотрите. Раз, еще раз. По правильному маршруту вы проведете и побыстрее. Правильный маршрут это рука. Не спеши. Не сегодня получится. Вы сейчас просто смотрите через зрение. Поймите, для вас всех сегодня и завтра поворонят. Видно, да? Видно. И смотрите внимательно. Видно? Завернем.